Куклы здесь на каждом шагу. Под экспозицию отдано все творческое пространство от галереи 2 зала, нижний и верхний. В центре работы президента Международного объединения авторов кукол Светланы Пчельниковой. На сочинском фестивале есть и новички, которые впервые представят сочинцам и гостям курорта свое творчество. Я делаю игрушки в технике Тедди, в которых все подвижно, они тяжеленькие, с опилочками. Не совсем игрушки для детей, это коллекционные. Тем не менее, чаще всего посетителями таких выставок являются дети. Они тут же могут поучаствовать в мастер-классах и научиться у авторов работ тонкостям ремесла. А фестиваль собирает художников-кукольников еще и для общения в их среде, принято делиться секретами мастерства. А цель для именно мастеров-кукольников не только продажа, да, и показ, но еще и обмен опытом, знакомство. Например, в этом году нам неслыханно повезло, что у нас участник Пчельникова Светлана. В мире кукол это очень громкое имя. Все работы разноплановые, даже если выполнены в одной технике. В каждой кукле индивидуальность, оригинальный почерк автора. Одинаковых игрушек здесь нет. Ручки слеплены, пальчики, голова. Голова на шарнирном соединении. Голову можно поворачивать, наклонить немножечко. Волосы, шерсть мамы. Ну, я предпочитаю делать маленькие игрушки миниатюру. Есть игрушки из винтажного плюша. Их автор из Луганска Инна Будагян. В течение 3 дней они будут выставлены в Сочи, затем уже отправятся в Италию. Вообще подобные выставки традиционно проводятся в Москве и Санкт-Петербурге и только второй раз в Сочи. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.